Тематические приемы по вопросам крепкой семьи пройдут в общественных приемных председателя партии «Единая Россия» на Камчатке. На них расскажут об участии в специальной ипотечной программе семей с двумя и более детьми, о продлении и расширении возможностей использования средств материнского капитала, а также об ежемесячных выплатах за рождение первого и второго ребенка. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, которая находится в краевом центре на улице Ленинградской, 89, приемы пройдут 28 февраля и 1 марта. А в местных общественных приемных Медведева они пройдут с 26 февраля по 4 марта. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.